К анапчанам обратился глава города Сергей Сергеев. Сегодня мы отмечаем главный для нашего любимого города-курорта праздник. Мы отмечаем День города. Мы закрываем высокий курортный сезон и с удовлетворением отмечаем, что сезон удался. Я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто принимал участие в подготовке и прохождении сезона. Мне хочется, чтобы люди, которые, человек, который единожды побывал в Анапе, хотел и имел возможность сюда вернуться. Я приглашаю всех продолжить осенний, бархатный сезон, приехать к нам на будущий год. Поверьте, мы будем делать все для того, чтобы Анапа цвела и развивалась. С праздником, любимый город! Поздравлениям присоединились депутат Государственной Думы Николай Харитонов, епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност и председатель Совета города-курорта Леонид Кочетов. Высшей наградой Анапы, званием почетный гражданин города-курорта, в этот вечер был отмечен руководитель Народного казачьего хора, хормейстер Центра культуры Родины, заслуженный работник культуры Российской Федерации Анатолий Атрашевич. Медалями за выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапы наградили директора санаторно-курортного объединения Здравницы Анапы Екатерину Дыбля, учителя математики средней школы номер 5 Аллу Ильенко, заведующую детским садом «Челка» Светлану Касимову, начальника управления культуры администрации Марины Мельникову, учителя математики средней школы номер 4 Тамару Сукасян и многих других. Были награждены победители конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления». Наградили и лучшие сельские ТОСы, вручив денежные премии. Отметили победителей конкурса «Самый уютный дворик». Вручили свидетельство о занесении на городскую доску почета 20 лучшим труженикам города. В этот незабываемый вечер публика щедро купала в аплодисментах анапских спортсменов. Зрители дружно желали счастья молодоженам, вступившим в брак в этот памятный день, и юбилярам семейной жизни, в том числе и супругам Бумка, отметившим 65 лет свадьбы. Прекрасным подарком для всех анапчан стало выступление дважды краснознаменного академического ансамбля «Песни и пляски Российской армии» имени Александрова. Завершилась торжественная часть праздника салютом.